Здравствуйте, дорогие телезрители! Программа «Молдова ТВ» выходит 1 июля, в День Канады. Вы видите интервью с предсказательницей, которая живет в Монреале. Вы сможете позвонить ей по ее специальной линии. Этот телефон вы увидите в одном из рекламных блоков ближе к концу нашей программы. Сегодня у нас в студии экстрасенс-предсказатель. Вернее, предсказательница. Мою собеседницу зовут Лилиана. Популярность ее растет с каждым днем, вы могли читать о ней в газетах, слышать от знакомых, а весной она впервые появилась на телевизионной программе от Ватари, которая называется «Русская мозаика». Лилиана, мы слышали, что к вам звонят и едут за советом со всей Канады. Что привлекает к вам людей? Понимаете, человек, когда он затеивает бизнес, начинает работу, хочет пойти учиться, может прочитать все, но он не знает, будет удача или нет, повезет или не повезет. Это то, что никто прочитать не может. И он тогда начинает вслепую. А если пути закрыты, если человек покупает дом, ему нужно знать, что завтра будет с его работой. То есть вы заранее можете предупредить людей о неблагоприятных обстоятельствах для них? Не только. Это связано еще с порчей. И я стараюсь ее срочно убрать. Что вы называете порчей, Лилиана? Ну, понимаете, это вроде как болезнь. Есть у человека пищеварительная, кровеносная, дыхательная, нервная. А я не врач, но я уверена, что есть еще одна система. Это энергия нашего тела. И я ее ощущаю, и я об этом знаю. И я ее чувствую, как бы вы чувствовали отопительную батарею в темной комнате. И если эта система заболевает, тогда-то у человека происходят проблемы. Для того, чтобы определить это заболевание, человек должен приехать к вам в Монреаль? Нет. Сначала мне надо позвонить, потому что я специально держу эту линию. И когда человек мне звонит, я обычно вижу. Если я вижу, я могу помочь. И если нужно, я говорю, что приехали. А если я ничего не вижу, я сразу говорю, что я бессильна. Тогда я не виновата. Просто у нас нет контакта, и надо кого-то поискать, чтобы смог помочь. И я уверена, что каждый человек должен иметь своего помощника, а не бегать, когда ему уже поздно. К сожалению, ограниченное время нашей телевизионной программы не позволяет задать Лилиане все интересующие наших телезрителей вопросы. Где же можно найти информацию о вас, Лилиана? Сегодня на моем веб-сайте www.liliana.com и позвонить мне по телефону 1-900-451-2200. А в августе выйдет в продажу книга, где вы можете найти для себя много интересного. Мы с удовольствием сделаем презентацию вашей книги и приглашаем вас вновь на нашу программу. Спасибо.